В свое это время ВКонтакте меня собирались поджечь. Давайте спалим Алексея Челейкина. Да сегодня я промолчу. Мы куда приехали? На вокзальную 5. Что за моей спиной? За моей спиной электросила. Помолчим и подумаем, и послушаем о том, что говорят клиенты этой замечательной сети. Почему вам нравится электросила? Во-первых, мы постоянные клиенты здесь. У них хорошие скидки и большой выбор товара. Нравится, да? Нравится очень. Почему все-таки без электросила? Знаешь, мне кажется, цены здесь приемлемые. Цены приемлемые? Да. Кабель, розетки. Ну, в принципе, ценники у них есть адекватные. Обслуживание нормальное. Я просто реально пошел по всему городу, да? Mm-hmm. Да не только в городе. Мне казалось, что ценников дешевле, чем в электросиле, нет? Ну, возможно, да. По-моему, так и есть. С центра города сюда приехал. С центра города спокойненько приехал. Ну, за то, конечно. Что купить, то, что вам нужно. Ну да, тут в наличии просто всегда все есть. И выбор нормальный. Да. И вот вы пришли в электросилу. Берете себе товар, да? Это хорошо? Это очень хорошо. Электросила хороший магазин. Тут действительно неплохие цены. И выбор большой, и товар качественный. И консультанты очень хорошие, продавцы. Они всегда могут посоветовать что-нибудь. Хорошо, кажется, да? Да, да, я пользуюсь давно этим магазином. Просто мимо проезжали. Просто мимо проезжали. А так посмотрели, товар вам понравился? Мы только зашли, еще смотрим. Только зашли, да? Ну, выбор хороший. Выбор хороший, да? Вы довольно частый гость, да? Сюда часто приходите? Бываю. А почему вам электросил нравится? Ну, потому что выбор хороший. Выбор хороший? Да. То есть можно говорить, что прийти сюда и взять то, что нужно, да, никаких, да, проблем? Да, да, хороший. Мы давно... Кстати, уже здесь он существует, поэтому все. Вы знаете, вот давно мне тоже стало интересно. Я недавно посмотрел эти цены и посмотрел цены в других местах города Магнитогорска. Получается, что дешевле нету. Ну, значит, хороший хозяин. Да. Хороший хозяин, хороший бизнес ведет. Ну и нам выгодно. Так что все нормально. Все есть, все удобно. Все посоветуют. Все посоветуют. Да, очень хорошо. То есть можно говорить, что специалисты красивые и умные? Очень красивые и очень умные. Практически электрику почти всю здесь беру. Практически электрику практически всю здесь берете, да? Да, да. То есть вы наверняка знаете, что в городе Магнитогорске, по-моему, дешевле цены нет, так ведь? Да я бы не сказал. Есть где дешевле? Конечно. А почему здесь? Потому что я живу здесь, а в Магнитогорске. А, нет. А, вы имеете в виду, да, само, да, Магнитогорск? Да. Я просто поездил везде и всюду, и что-то посмотрел, как бы... Честно говоря, особо не сравнивал. Ну, просто поверьте уж мне, если честно, я что-то ради прикола решил посмотреть. И оказалось, что дешевле, чем электросил-то, по сути-то, и нету. Может быть, не буду спорить. Но нравится. Да? Скажите просто, почему вам нравится электросила? Почему сюда приходите? Мне по пути, выбор есть. Выбор есть, да? То есть сюда можно прийти и взять то, что нужно? Да. Ну, это магазин, который... удовлетворяет моим потребностям по соотношению цена-качество. Здесь профессиональные продавцы. Все, что мне необходимо, я здесь куплю. А там, где у меня есть вопросы, они мне подскажут. Для меня это важно. А теперь просто помолчим. Помолчим и подумаем, что, оказывается, Челейкин не говорит вам и не проезжает по ушам. Потому что Челейкин показывает то, что он видит своими глазами. И это в большей ситуации, это в большем количестве. Да это вообще. Это и есть мой смысл жизни. И вы думаете, что я за все беру деньги? Нет, я не за все беру деньги. Уж поверьте мне. С деньгами все не измеришь. Особенно для тех, кто не понимает, что воровство – это не идеал. А я считаю так, что дать человеку возможность, и это будет красиво, и для людей, и для него.